Один космонавт разворачивается и два. Все. Опять Светкова. Продавливает. Хороший поворот. Чем ближе, чем? Так, у нас получается Клопов. Я там вылез, не точно. Да. Был близко к потере, но Клопов пошел. На космене, лезет в кольцо и... Тём, быстрее, Тём, Тём! Что нужно подождать, собраться. А то где? Дает космене, стал пройти пол. А пьяный. Своего оппонента. Игорь Клопов пропадает первый штрафной. Я надеюсь, что да. Сергей Модарев это был. Бегаев расгоняет, ловит контакт и два очка сбил. Не смог его перехватить. Сейчас дерево упадило. Хочет отбивать. Находит тут. Сбивает два очка. Время, ребят. Арсений Белюк довольно хороший защитник и в итоге потеря. Открадывает ожигать. Мяч теряет, еще красивый данк можем наблюдать от нового Питера. Отставляет мяч Гаян, и вот на подборе Новиков, хорошая скидка на дугу, только что вышел свой Хайп. Голден Гриффинс, Беляев и Сутухи, не то что красиво. Мишени, быстро в прорыве, хорошо. Беляева, еще от Сутухи нет. Отдает на Яна, Ян с трехочковой дистанции попадает. Обратный заслон справа поставить. На Кайна, лучшая скидка, она убивает кольца, хороший. 47 номер, на мишени можно было бы передачу пораньше. Вот эти мишени на выборе. Два плюс один. Плюс один. Бондарев Сергей. Хорошо доработал. Нет. Один в один разбирается с Косуниным, но не свалил. Дань, признай полный десяток. Лево и слева. Перев, бьем. Хорошая скидка Виниила. Быстро разыграли. Пошел. Космынина. Ты создай. Да, Егор, ты попросил. А полный, но Ларич попробовал свои силы. И за дуги, Космынин выдавал на Жигалина. 45 секунд остается. Космынин на Жигалина в угол. Жигалин 3 из угла. Попадает Жигалин. Алексей Беляев обыгрывает. Смотри!
Пандурин Ян, 6, Андрей Космынин, 5, Максим Зверев. У Мэджик 10 очков у Мишенина. Место Глопова. А Космынин сколько зашло? Кстати, Космынин тоже мяч играет, Кайн перехватит, хорошая передача и легкий для 2 очка для Гриффинс, то есть... Вадим, шустрее. Бац, еще не будет. Умница, молодец! Полностью сок. Потеря у нас. Хорошая пушка, Новиков сверху. Мишенин сам. End one забивает и получает фол. Так, вот пятого номера, на мой взгляд, нужно было заиграть Глопова. А, да. Панфилов, три издалека. Точная три. Получилось, Артем Панфилов говорит, не в моем доме. Пола. 5 минут до конца игры остается, потеряли. Одна. Ну. Мишеня, неплохая передача на 6 метров. Не отлично, что такое преимущество матчика, за что, сколько у нас там, 25 очков было. Хорошо, ну как же так, подался отметок, все хорошо сделано, Евростейп не ушел. Ну, хорошее осваивание, но в итоге все-таки мяч у... Все-таки мяч в Орландо остается. Сарычев.